Остался выполнить участок, значит, ливневой канализации под улицей Герцена. Обсуждаем, но я думаю, что сегодня-завтра окончательное решение примем, потому что предполагалось, что этот участок будет пройден с помощью метода ГНБ, вот, чтобы не нарушать покрытие вот свежей улицы Герцена, которая была восстановлена после прошлогоднего ремонта на тепловой сети. Буквально 2 недели назад подрядчик, наверное, как бы водоканал, проинформировали нас о том, что в связи с большим количеством там коммуникаций на этом участке метод ГНБ нецелесообразен. То есть придется все-таки открытым способом разрабатывать половину улицы Герцена, траншею, и закладывать эту, участок этой ливневой канализации. Я считаю, что сделать это надо, потому что, ну, если мы не сделаем, для чего мы делали всю остальную, как бы, сеть, участок, который на сегодняшний день, ну, вот, не заасфальтирован, да. То есть он работать не будет, надо его доделывать. Будем стремиться перекрыть это в ночь выходные, то есть и за одну ночь, как бы, выполнить прокладку этой сети, да, и восстановить сначала покрытие, то есть в грунтовом исполнении, ну, а затем, как бы, в асфальтовом. Придется тоже поработать картой. Ну, я считаю, что все равно, тут еще раз повторюсь, участок этой ливневой канализации необходимо сделать. Я думаю, что это будет в начале апреля.